Ну что ж, друзья, я рад всех вас приветствовать снова на своем видеоблоге, где мы продолжаем изучать проект Cryptonity. В данном случае я планирую уже записать все-таки последнее видео по данному проекту. Расстраиваться не нужно, потому что мы разобрали все основные моменты в данной площадке. И сейчас поговорим про частые вопросы, которые касаются проекта Cryptonity. Первый вопрос: как я могу участвовать в продаже токенов? Вопрос довольно важный. Так вот, для того, чтобы участвовать в данном проекте, нужно перейти на страницу tokensalecryptonity.io и далее купить токены, нажав на кнопку Invest Now, или же купить XNI Tokens. Итак, следующий вопрос, тоже довольно важный: кто может участвовать в продаже токенов? Так вот, все, кроме жителей Соединенных Штатов Америки, могут приобрести данные токены. Следующий вопрос: какой кошелек нужно использовать для хранения токенов XNI? Но поскольку данный проект сделан на блокчейне эфириума, то, соответственно, стандарт у него ERC-20, и очевидно, что подойдет любой кошелек. Ну а здесь есть три главных рекомендуемых кошелька: это Miser Wallet, Mist, либо же MetaMask. Следующее: как будут распространены токены Cryptonity? Ну, собственно говоря, токены будут распространены через 15 дней после окончания токен сейла. Это состоится 15 января 2019 года. Следующий тоже важный вопрос: что будет сделано, если, соответственно, минимальная цель, то есть 500 тысяч долларов, полмиллиона долларов, проще говоря, не будет достигнута, если они столько не смогут собрать, то тогда, собственно говоря, по смарт-контракту все средства будут возвращены. Следующий вопрос: есть ли у данного проекта компания Airdrop либо же Bounty? Так вот, да, данная компания у них есть, 10 миллионов токенов, то есть это 1% от всех выпущенных токенов будет под Airdrop, под Bounty выпущены. Ну, для тех, кто не знает, скажу, что Airdrop — это возможность получения токенов за какие-то простые действия, типа там вступить в группу в Фейсбуке, в Твиттере подписаться, допустим, в Телеграме, и, в общем-то, заполнить отчет, и, соответственно, получаете токены. Также в Bounty программе, чтобы получить токены, вам нужно сделать более сложные действия, допустим, написать пост какой-то про данный проект, записать видео, допустим, также можно рекламировать в соцсетях. Вот, и, соответственно, за это все вы получите определенное число монет, в общем-то, Cryptonity. Получаете, естественно, бесплатно. То есть вы получаете их, не внося деньги, тратите на это только время и силы. И следующий вопрос важный: чем отличается данный проект от других обменов? Так вот, здесь много есть преимуществ. Допустим, есть поддержка Forks, Airdrop, Stacking Rewards, Masternodes. То есть это то, чего, например, нет во многих других площадках, а именно во многих других именно биржах. Мы говорим же именно про биржу в данном случае, поскольку Cryptonity представляет из себя обмен, в общем-то, криптовалют. Ну что ж, в принципе, это все частые вопросы по данному проекту. Далее мы видим форму обратной связи на проекте, также можно подписаться на рассылку, и все последние новости, связанные с проектом Cryptonity, будут приходить вам на почту. Ну и я, в принципе, уже постепенно так завершаю данный обзор на этот проект. Надеюсь, что вам понравился и этот конкретный обзор, и, в принципе, все мои предыдущие видео, которые я снимал про данную площадку. Ну что ж, на этом тогда уже точно все. Спасибо за то, что посмотрели этот обзор. И всем пока, и до скорых встреч уже в новых моих обзорах.